что будет, ну, трудно предсказать. Англичане, вот министр там футбола говорит, что мы сейчас можем пересмотреть чемпионат мира, где будет проходить в 2018-2022 году. Вот другие там вроде бы англичане, министерство, по-моему, спорта, говорит, что мы не будем там вредить, что ли, а делать бойкот. Так же, как и министр футбола Германии тоже, мы не будем объявлять России бойкот. Вот. Поэтому многие понимают, что времени не так много осталось, и подготовиться уже сложно, но тем не менее можно. Вот. Поэтому предсказать невозможно. Я считаю 50 на 50. Но будем надеяться, что он состоится и будет самым лучшим чемпионатом мира за всю историю его по футболу.